Всю жизнь хочет сахара. Сань, ты ставишь потом эротическую музыку, как из американских фильмов? Я буду петь, давай. Да. Конечно, да. Я буду петь сейчас. Как Брэдди. Ну, поехали. Ты его снимаешь. Хорошо, хорошо. Мне нравится формат, как Криша меняется. Напишите ваши комментарии, как вот вы видите изменения с последнего ролика, где Криша позировал. И вот сейчас, мне кажется, разница колоссальная. Мы идем правильным путем, чтобы на себе идем пауэр-шоу. Вау! Я заметил, когда начинаешь позировать каждый день, форма становится лучше, жестче. Мы попозировали, так встали, так встали. Вот, я сейчас, допустим, встану, да, покажу себе спереди, мне нравится моя поза, самая любимая, самая рабочая. Нужно не просто позировать, нужно работать в позировании. Это как тренировка, то есть ты там прожался, там подержал позу. Чувствуешь, что немножко не додерживаешь вакуум, эту позу, допустим, вот эту вот дольше стоишь, держишь. Немножечко отдохнул, снова ее включил. Вот свои слабые стороны нужно отрабатывать. Не просто там, я позирую каждый день, там раз, два, три, нет. Позирование – это такая же работа. Итак, мои дорогие.